Друзья, вот такой лайфхак для гаража. Берем какую-нибудь вот такую емкость. Вот это на 9 литров. Берем маркер. Примерно отмечаем. Пластиковая емкость. Берем нож или болгарку. Проще, наверное, болгарку. Ну, как бы и нож тоже неплохо. Получаем вот такой отличный совок для уборки гаража. Пожалуйста. Что же сделать второй части, друзья? Вот так вот режу. Отлично. Все, всем спасибо, всем пока.